Книга «Уличный кот по имени Боб». А, я читала. Ты две части прочитала? Да. Я две прочитала. Я плакала. Я тоже плакала. А вот ты фильм смотрела потом? Да. Чат, я вам тоже очень всем советую. Это очень клевая книжка. Она легкая, маленькая, типа, но она такая... Ну как, я знаете, как читала? Ну как это маленькая? Я знаете, как читала? Страничек 10. Знаете, как я читала эту книгу? Две части еще надо было читать. Читаю там, типа, 20 страниц, поняла, они? 20 страниц, такая. Потом такая просыпаюсь. Блядь, да где я? Блядь, да где я? Уже на 15-ю опять перематываю, смотрю, опять читаю. Так вот. И опять до 20-й дохожу. Сколько ты ее полгода читала? Ну, я месяц читала. Каждый раз. Я специально просыпалась днем. Я полностью выспавшаяся была. И потом, когда я брала книгу, первые 20 страниц, просто это лучше мелатонина всякого.